транспортный комплекс является действующей транспортной линией, которая в соответствии со своим назначением готова для опытно-демонстрационной перевозки навалочных грузов. Основные процессы по транспортировке сыпучего груза, а именно процесс погрузки, разгрузки, осуществляется без участия обслуживающего персонала. Контроль за процессом транспортировки происходит оператором, которому в этом помогает автоматические системы мониторинга и управления. Благодаря опиранию ленты кузова на колесные пары с качением стального колеса по стальному струнному рельсу обеспечивается низкое энергопотребление. Также, вследствие применения определенной схемы расположения внешних приводных устройств, длина трассы Unitrans теоретически не имеет ограничений, в отличие от классических конвейерных систем. Цифра по производительности Unitrans'а, представленная в экотехнопарке, порядка 500 тонн в час в эквиваленте гранитного щебня. Это около 5 миллионов тонн в год. Данная система позволяет в перспективе обеспечить производительность около 20-30 миллионов тонн в год сыпучего материала. Лента кузова Unitrans'а изготовлена из резинотросовой ленты специальной конструкции, которая обеспечивает возможность закручивания относительно вертикальной оси согласно профилю рельса, что обеспечивает прохождение разворотных участков, а также зоны разгрузки. Опирание ленты кузова Unitrans'а на колесные пары обеспечивает большую долговечность ленты благодаря отсутствию знакопеременных изгибных нагрузок. Благодаря низкому коэффициенту сопротивления качению, удельный параметр затрат на транспортирование сыпучего груза будет лежать в диапазоне 0,2-0,8 кВт-час на тонну километр. Если сравнивать с существующими непрерывными системами, например, это ленточные конвейеры, это примерно в 3-5 раз эффективнее. Процесс загрузки Unitrac'а максимальной грузоподъемностью 1800 кг осуществляется в автоматическом режиме согласно маршрутного задания и занимает около 15-20 секунд. Полезный объем грузового модуля при этом составляет 0,75 метров кубических. Разгрузка Unitrac'а осуществляется в движении, то есть без остановки в разгрузочном терминале, что значительно повышает общую производительность системы. Unitrans и Unitrac в данном исполнении предназначены для перевозки навалочных грузов. Модульная конструкция Unitrac'а может быть адаптирована под перевозку других грузов, как вариант перевозка Европалет. Исследовательские испытания и опытные конструкторские работы на данной транспортной линии не прекращаются. Основная цель – получить на основе данного опыта еще более эффективный и востребованный продукт.